կարող է փոխարինել Գորիս կապան ճանապարհին, Սյունիքից այսօր մի քանի ահազանգ է հնչել, որոնք հակառակն են ապացուցում. Իրանցի վարիչները рассказали Radio Free Europa, Radio Liberty, что новая дорога Татагван, которая считается альтернативой межгосударственной дороге Горис-Кафан, очень узкая и не приспособлена для передвижения грузовиков, передает Ньюфсам. Они отметили, что вынуждены ехать по этой дороге, чтобы не платить Азербайджану таможенный взнос. Дорога маленькая, машины немного проезжают и останавливаются. По этой дороге невозможно ехать. Нам здесь никто не сможет оказать помощь в случае возникновения технических проблем. Нет мест, куда можно загнать большие машины в случае поломки, отметил один из иранских водителей. Сегодня съемочная группа «Азат Тутюн» запечатлела грузовик, который опрокинулся на этой дороге. Отметим, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян уверял, что дорога Татагван полностью пригодна для передвижения грузовых автомобилей. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.